Меня зовут Петри. Мне 26 лет. Я холостяк. Я живу в Хельсинки и люблю хранить вещи. Я решил начать эксперимент, чтобы узнать, что делает меня счастливым. Правило. Хранить все. Забирать одну вещь в день. Эксперимент продолжительностью в год. Не покупать новых вещей. Я словно снова стал подростком. Бунтую против вещей. После первой сотни вещей я не счел важным удочку, солнечные очки и пластинки. Может, мне не хватает пылесоса? А у тебя подружка есть? Нет. А, так вот, чего тебе не хватает.